Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Nissan Maxima. Ремонт левой стороны. Итак, передняя и задняя дверь меняются. Средняя стойка буду делать. Заднее крыло тоже замена. Разбираю. Разобрал. Приступаю к ремонту. Первым делом вытягиваю заднее крыло. Заднее крыло вытянул. Сейчас посмотрим на часть донора. Как видите, средней стойки нету, а ее мне нужно сделать. Поэтому эту стойку я высверливаю и буду равнять. А эту часть я заменю. Удаляю поврежденный металл. Весь мятый металл удалил, его заменю. Теперь выравниваю внутреннюю часть арки. Выравниваю внешний металл средней стойки. С донорского куска возьму только то, что мне надо. Примерю на машину, подрежу все. И затем начинаю сварочные работы. Сначала свариваю внутренние элементы.
Внутренние части сварены, могу прикручивать внешний металл. Сначала прикручиваю стойку, затем заднее крыло. Заменяемый металл прикручен. Устанавливаю двери, крышку багажника, бампер, задний фонарь. Все это я установил. Зазоры в порядке. Можно разбирать и сваривать. Разобрал, начиная сварочные работы. Сварил, зачистил, отдаю машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски, собираю ее. Ремонт Nissan Maxima закончен. На эту работу ушло 12 дней. 7 дней работы с металлом, 5 дней покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!